просто сделали, сделали отмостку, я так понимаю, по кругу, да? Да, в рамках подготовки к отопительно-зимнему периоду для закрытия, скажем так, контура, так как данная отмостка была в аварийном состоянии, управляющая компания в рамках программы текущего ремонта своего выполнили работы по восстановлению и... А были жалобы с этого дома на то, что заливается вода, да, туда, в подвальное помещение? Или это просто они так, предвидя? Такой... Были, нет, но, Борис, нет, были обращения, жалобы были, в ЦУР? Были, да, были обращения. Но тут вопрос, на самом деле, больше, опять же, в части подготовки к отопительно-зимнему периоду. Угу. Вот, ну, в том числе. Ну, работы, я так понимаю, вопрос. Закончены все уже. То есть этот год данный дом готов нормально? Да, да. У нас по этому дому были обращения в ЦУР, а вот в части мы видим кранированные ветки. Угу. Жители жаловались по порталу Добродел, по отмостке тоже были жалобы в связи с этим, но провели работы управляющей компании. Угу. Скранировали деревья. Ветки под вывоз. Хорошо. Понял, ладно, спасибо.